Добрый день, меня зовут Елена Калашникова, я представляю компанию Oxide Travel и являюсь ее директором. Наша компания уже более 18 лет занимается приемом туристов в Кыргызстане. Мы очень любим эту страну и знаем каждый ее уголок. В рамках воркшопа по СНГ мы расскажем вам о всех туристических возможностях Кыргызстана. Это исторические места на Великом Шелковом пути, высокогорное озеро Иссык-Куль. Это чарующие пейзажи Тянь-Шани и Памира, знакомство с жизнью и бытом кочевников. Это уникальная, нетронутая природа и, конечно, азиатское гостеприимство. Побывав у нас, туристы долгие годы с теплом вспоминают свою поездку и мечтают вновь окунуться в этот мир. В нашем вебинаре мы расскажем о культурно-исторических турах, об отдыхе на побережье озера Иссык-Куль, о новых возможностях для масс-индустрии, о трекингах и восхождениях в горах Тянь-Шани и Памира. Мы дадим практическую информацию для менеджеров о питании, размещении и транспорте, чтобы они смогли смело и успешно продавать это новое уникальное направление. Мы поговорим обо всем этом и заразим вас своей любовью к Кыргызстану. До встречи в эфире! Profi Travel, 13 марта.